Центральный монетный двор Китая рассматривает возможность выпуска уникальных токенов, совместимых с сетью Эфириум. Как сообщает медиапортал BitsMedia, Китай и Россия исследуют потенциал Эфириума в качестве базового протокола для цифрового юаня и рубля. По словам зампредседателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, за криптовалютами будущее. Эфириум становится все более гибкой и функциональной сетью. Он позволит центробанкам, таким как Народный банк Китая и Банк России, рассматривать актуальные возможности создания серьезных приложений и даже национальных валют на протоколе Эфириум.